Представлены сергиево-посадские игрушки и изделия абрамцевской мастерской. А этот стенд показался мне до боли знакомым. И правда, в прошлом году я делала фильм об Абрамцево. Посмотрите на эти полочки. Точно такие же полочки были в музее. Еще до революции жена Мамонтова организовала в Абрамцево школу для местных детишек, где учили делать вот такие вот полочки. Тут же была и мастерская, куда они потом уже, когда научились, приходили работать. И эта мастерская очень долго существовала. Она давала возможность местному населению прокормить себя во время гражданской войны, что было очень важно. И кого заинтересует, я внизу дам ссылку на фильм. Нет, все, я помню. Скидываюсь, я прям этим все пакетом, все вместе скину, он посмотрит, задам, договариваемся, помещаем. Вот какие необычные браслеты, просто сказочные, для лета. Спасибо вам большое. Сальникова Елена. А это ваша картина. А вы... Гусев Владимир? А вы входите в Союз художников? А вы в ЦДХ, в Центральном доме художников, оставлялись, да? Просто встретила вас здесь, а вот в Союзе художников. Мне очень нравятся ваши картины, потому что они жизнью наполнены. Вот с подсолнухами. А вы где вообще это рисуете? Куда-то выезжаете, да? Не выезжаем, мы в своем доме, у нас дом с мастерской, с садом. А дом где находится? В Подмосковье, Орехово-Зуево. А, в Орехово-Зуево.
Там союз художников, союз мастерских. Да? Да, там мастерские художники? Да, выставочный зал хороший. Там проводятся выставки, и мы очень активно. А вы уже давно в доме, вот, в союзе художников, да? Ну, я с 2006 года, а муж очень давно. А что вы кончали? Я заканчивала художественно-графический факультет. А муж? А муж Суриковский. А где вы с ним познакомились? Тоже где-то вот связанное? В ЦДХ. В ЦДХ? Да. А, интересно. Вот, и у нас очень талантливый слёпор мой. Вот его работы антикварные. Да? Это вот пусть с арбузом не девушка, нет, это его? Сиренька. Вот они, три работы. А, три. Это где? В интернете прочитал. Сальникову и Гусеву посмотрю. О, вот заставил меня сегодня. Вы видите, какие вы популярные? Ну что, вам понравилось, что вам сказали сходить? Нет, я не видела. Он ну, мужу. Сказал, сходи. А муж здесь был уже? А, он нет, видел по интернету, понятно. Нет, поэтому не может пойти. Сказал, обязательно и сфотографируй мне, и скажи, что тебе понравилось. Поэтому он рассчитывает на мой вкус, надеется. Как это прийти? Вообще бесподобная выставка. А вы сегодня здесь? Здесь. Здесь. А скажите, хотел спросить, вы были на Верещагино, а вы билеты заранее купили? Нет, в будний день я вчера 12:15 пришла, до двух там гуляла, после двух уже толпа пошла. Мода на блошиные рынки в буквальном смысле захватила Москву. Чуть ли не каждую неделю они проводятся в парках, музеях и просто на газетках, где придется. Появляются и исчезают. Блошиный рынок Антишинки не меняет место своей прописки вот уже 10 лет. Здесь, как всегда, уникальная атмосфера, которая привлекает большое количество ценителей необычных вещиц, старинных раритетов и просто предметов с искусства. Мы представляем старинные гравюры, старинные фотографии, литографии 19, 20, 18 век. Тишинский рынок – это как раз то место, где можно встретить и очень известных людей. Взглядитесь повнимательнее, и, может быть, вы кого-то узнаете. На нашем стенде уникальная французская мебель конца 18-го, начала 19 века из провинции Северная Британь от французских помещиков, когда они заказывали историю своей семьи и вырезали вот такие фигурки. Никогда не повторяется сюжет, мебель индивидуально изготовленная для каждой семьи.
День был полон сюрпризов. На Тишинке я встретила Татьяну Абрамову, с которой познакомилась в Центральном доме художника на вернисаже. Ее работы слегка напоминали мои, которыми я оформила свою квартиру. Но единственное отличие, я там использовала воротнички и перчатки своей бабушки, а она использует разные предметы. Центральную часть композиции занимает воротничок моей бабушки. Он очень красивый, кружевной, и я его решила оформить как картину, как память о бабушке. Здесь на картине перчатки моей бабушки. Если кого-то заинтересует, то ссылочки на этот фильм я дам тоже ниже. Под фильмом в описании. Да, потому что я-то неплохо прихожу в Сицилию. Я, конечно, все равно иногда даже себе что-то все равно покупаю украшения. Мне же мало украшений, мне же еще нужно. Да. Маловато будет. А скажите, вам Крымский что-то дал все-таки насчет денег как-то или нет? Да, да. Получилось? Да. А вы не собираетесь поучаствовать еще? На Крымском? Площадка. Вот когда я была рядом с живописцем, все-таки это не совсем то, знаете. Ну как живописцы? Ну я же, когда я там живописцем рядом. Да, да. Там живописцев-то маловато вообще. Там состав. Что, и на Кузнецком бывает? Да? Один раз была, да. Дорогие друзья, я с вами не прощаюсь. Будет продолжение. Обязательно посмотрите. До встречи!